Мы находимся в аэропорту имени Гейдара Алиева в столице Азербайджана, в Баку. Сегодня из Токио сюда триумфально возвращается наша национальная паралимпийская сборная, которая в Японии показала просто невероятные результаты. Нашей национальной паралимпийской сборной удалось завоевать 19 наград, 14 из которых золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых. Стоит отметить, что на 6 прошлых летних паралимпийских играх нашей национальной сборной удалось завоевать всего 9 золотых медалей. То есть в Токио, в Японии они завоевали на 5 золотых медалей, чем за 6 прошлых летних паралимпийских играх. Из 163 стран мира, которые принимали участие в международных играх, наша паралимпийская сборная в общем командном зачете заняла 10 место. Но что более интересно, наша национальная паралимпийская сборная среди всех стран Европы заняла 6 место. Среди стран бывшего постсоветского пространства она заняла 3 место, а среди мусульманских стран заняла 1 место. То есть, как я и говорил, результат действительно выдающийся. Стоит отметить, что в Токио происходили много интересных моментов. И в частности, нашей сборной удалось обновить мировые рекорды и паралимпийские рекорды. В частности, 2 наших спортсмена побили мировой рекорд, и 1 спортсмен побил паралимпийский рекорд. Также впервые в истории нашим спортсменам удалось взять награды в пауэрлифтинге, беге на 400 метров, плавании баттерфлаем и мужском метании копья. Хотелось бы отметить, что сегодня нашу сборную, которая возвращается из Токио, пришло встретить большое количество как журналистов, так и обычных сограждан, которые просто гордятся теми результатами, которые удалось завоевать нашим спортсменам. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о награждении спортсменов, которым удалось показать невероятные международные результаты в Японии, а также тренеров, которые воспитали действительно выдающихся спортсменов.